Новый цех по производству ультразвукового оборудования уникального вологодского предприятия появится в областном центре. 25 февраля на месте будущего цеха побывал глава города Евгений Шулепов. В чем уникальность этого производства и каковы перспективы его развития в нашем городе, расскажет Анна Богачева. Технология очистки, она уникальная, потому что это разработана технология нашими технологиями, и поэтому она уникальная. Таких нет в мире. Это 300-кубовая ванна для дезактивации металлических радиоактивных отходов – гордость предприятия. На следующей неделе на разработку вологодских специалистов приедут посмотреть сотрудники ведущих институтов, которые проектируют атомные станции в России и за рубежом. Выпускать оборудование с применением силового ультразвука на предприятии «Александра Плюс» начали 14 лет назад. Сегодня продукция отправляется в сотни городов 9 стран мира. Она востребована в коммунальной сфере, металлургии, машины и ракетостроении, атомной энергетике. Кроме того, у фирмы более 20 патентов на изобретение. Мы более 400 моделей оборудования разработали и сделали. То есть можете себе представить? За 13 лет. Ну, это штучное такое производство. Ну, да? Так вот, мы делаем штучно серийную продукцию. В смысле, серийная, как говорится, каждое изделие уникальное. Весь производственный цикл проходит в одном помещении. Сюда материал привозят, здесь над ним работают токари, сварщики и электрики. Отсюда же его забирают заказчики. Объемы производства растут, поэтому сейчас на предприятии «Остров» стал вопрос о необходимости расширения площадей. С просьбой помочь в этом вопросе руководство предприятия обратилось в администрацию города. В итоге власти предоставили в аренду компании земельный участок, где и будет построен новый цех. Работы над проектом уже начались. Здесь будет и механика, и сборка, и котельная, и все будет здесь. Старт строительству 25 февраля дал глава города Евгений Шулепов вместе с руководством предприятия. На месте будущего цеха на улице Клубова появилась символическая металлическая стойка. Цех площадью более 600 квадратных метров откроет и совершенно другие возможности для предприятия. Новые заказы, новое оборудование и дополнительные исследования – это серьезный шаг для дальнейшего инновационного развития. В следующем году это предприятие должно начать жить полнокровной жизнью на этом участке, на этой территории. Задачи стоят перед компанией очень амбициозные. В течение 5-7 лет войти в десятку лучших компаний мировых. Поэтому, конечно же, вот то, что сегодня Николай Михайлович нам показал, но вдохновляет. И самое главное, что коллектив молодой, средний возраст чуть больше 30 лет. Очень важно, что задачи они решают очень нужные и очень перспективные на будущее. Поэтому, конечно, мы уверены, что в этой компании все еще впереди. Расширение производства – это и новые рабочие места. Сегодня передовые новаторские идеи на предприятии воплощают в жизнь 45 высококвалифицированных специалистов. Планируется, что с запуском нового цеха этим заниматься будут уже 300 человек. Последние годы экономика Вологды показывает устойчивый рост. Во многом это стало возможно благодаря открытию новых производств, в том числе и в нетрадиционных для Вологды сферах, связанных с высокими технологиями и современными научными разработками. Городские власти оказывают им всяческую поддержку, ведь за такими предприятиями будущее Вологды. Анна Богачева, Максим Тышковец, Вологда-Портал.